Полиция все еще не установила личности злоумышленников, проколовших колеса бельским маршруткам накануне митинга протеста в Кишиневе. Несмотря на то, что с момента инцидента прошло почти 3 недели. Напомним, в ночь с 26 на 27 августа, накануне Дня независимости Республики Молдова, неизвестные изрезали колеса маршруток. Причем речь идет даже о тех маршрутках, которые были припаркованы на охраняемых стоянках. Пресс-секретарь бельского инспектората полиции Ольга Бежинару сообщила телеканалу БТВ, что совершившие данное деяние лица пока не установлены. Полиция продолжает предпринимать все необходимые меры для выяснения личности злоумышленников. Inițiată procedura contravențională în baza articolului 104 Cod contravențional al Republicii Moldova, distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor străine. Actualmente se întreprin măsuri pentru stabilirea făptașilor, iar dacă aceștia vor fi identificați, ei riscă pedeapsă cu aplicarea amenzii în valoare de la 600 până la 1200 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore. Владельцы маршруток считают, что данная акция была осуществлена по заказу представителей действующей в стране власти, которые опасались, что в них людей будут вести в Кишинев на митинг протеста. Наш телеканал будет пристально следить за дальнейшим развитием событий.